нашей улице бразильский карнавал. Вот как выиграем чемпионат мира по футболу, только повеселимся от души. Даже проявившиеся после этой мысли на наших лицах легкие ухмылки только добавляют уверенности в том, что если это случится, погуляем знатно, весело и очень позитивно. Ну а пока довольствуемся малым, с улыбкой встречаем утро под лучшие песни 70-х, 80-х и 90-х. Впрочем, разве этого мало? Летняя смена на Ретро FM помогает проснуться. Далее у нас группа «Браво» и «Тони Орландо», а также новости в середине часа. 8:19, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Еду еще. Да. Да, да, в машине пока могу. Потихонечку, ничего. Что нормально, ну, мюзик подтекает. Вот, ну, тут не зеленый особо, ну, это нормально, более-менее. Сейчас бабушке отвезли его и на работу едем. Да, все, садим. Выглядим так. Ну, а то... То дедушка, то бабушка, каждый раз не маленькая. Да, это точно. Главное, чтобы не распробовал вкус. Главное, чтобы не понравилось ему. Вытолкай. А, ну это хорошо, что пока как теперь можно поспать, да? Спокойно. А погода такая, знаешь, прохладная, ему хорошо спать не было. Весь тебя. Весь тебя. Пашка не ржет на тебя.